Вы смотрите информационную программу «Время новостей» на телеканале «Лаба». В студии Лилит Саакян. Здравствуйте. Наш выпуск посвящен воинам-интернационалистам. 15 февраля исполнилось 30 лет выводу советских войск из Афганистана. В этот день в храмах прошли богослужения. Воины-интернационалисты, представители власти, молодежь прошли от кинотеатра «Восход» до площади Победы, где состоялось торжественное мероприятие, посвященное этому памятному дню. В городском доме культуры для воинов-афганцев был подготовлен праздничный концерт. Подробнее о мероприятиях, посвященных 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, смотрите в нашем следующем выпуске. А сейчас представляем вашему вниманию фильм «Афганистан в моей судьбе», после которого в эфир выйдет передача «Счастье вам». Приятного просмотра, всего доброго, до свидания.